Это кипрские голуби такие, да? Их пытаюсь снять, чтобы они не улетели. Тихо, не пугай. Не пугай. Хочу просто себе доказать. Подождите, не пугайте их, не пугайте. Сейчас они... Они меньше, вот, чем наши, да? Не такие, как наши. Не такие, как наши. Они мельче размером, такие вот, как они... Они хвосты такие, вот они прячутся, видно, сейчас от возможного дождя. Да, уже это тоже. Они предчувствуют, наверное, погоду. Может, и вот такие они маленькие, такие миниатюрные, такие вот они. Вот таких туч не было в эти все дни. Ага. Это такие вот кипрские голуби. Да. Я их не буду сейчас, постараюсь не пугать, но они что-то, по-моему, уже... Ой, такие галочки маленькие. Начинают волноваться моего приближения, они чувствуют, что... Нет, они за стеклом. Они не чувствуют вас. Они меня не чувствуют. Я просто их снимаю на видео. Я хочу их... Ой, вот он полетел. Полетел. Видите, какой красавец. Да, да, да. Какой красавец кипрский голубь. Вы представляете? Ух ты. На нашего не похож. О, какой. Вон он, вон он, вон он. А этот более смелый, он голову спрятал в песок, как этот страус, и ничего он не боится. Приближайся, не приближайся, вот это да. Такую политику взял, голову спрятать, и ничего не вижу, ничего не слышу. Это удобная позиция, да. Видите, спокойно сидит и все. Вот. От этого вон, да. Такой вид на море. Погода испортилась. И такие вот кипрские голуби, они спрятаются. А вы когда выезжаете? Завтра.